Я будильник на 9 поставила. Молодец. А теперь выключи его. Завтра воскресенье. Завтра же дел много. Еще на выборы надо успеть. На выборы она собралась, ишь ты. То без тебя там не выберут. Кандидаты завтра вечером рыдать будут, крокодили и слезы лить. Ой, Люсенька, не пришла, не проголосовала. Как же мы теперь без ее голоса поймем, кто у нас президентом будет? Ты сказал, выключи будильник, сейчас же, политик. Спим завтра. Товарищ, откройте дверь. Кого ж черт принес, а? Вас разорвало всех. Здравия желаю. Здравствуйте. Генерал Бойко. Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Отлично. Призывной возраст подняли до 60. Кто поднял? Как кто? Президент? Вы же сами за него голосовали. Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя. Пап, дай мне 4 миллиона. Мне в школе на охрану сдать надо. Подожди, сынок, сейчас я у мамы спрошу. Пап. Еще форма какая-то дебильная. Люс, я... Так. Это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. Послушайте, мне кажется, нам нужно с вами очень серьезно поговорить. Я пытаюсь тебя понять, понимаешь? Я пытаюсь с тобой... Нормальный человек, а? Внимание! Количество посещений туалета ограничено. Внимание! Количество посещений туалета ограничено. Дай мне 4 миллиона, мне не надо. Молодец! Закон надо соблюдать, это понятно. Придется тебе быть, приснится. Ты прикинь. Вот и вот. Я тебя успокою. Господи, ты чего? Чё, на выборы вставай быстрее, чё? А то поздно будет. Давай, Люся, давай!